Но прежде чем мы перейдем к церемонии награждения, по давней традиции, в день рождения театра мы приглашаем на сцену труппу театра, актеров Саратовского академического театра юного зрителя имени Юрия Петровича Киселева. Встречайте! Руководителю театра, народному артисту России Юрию Петровичу Ашерову. Дорогие мои, Саратову очень повезло. Вы только подумайте, 95 лет назад на нашей с вами Саратовской земле родился первый в мире, я подчеркиваю, первый в мире профессиональный детский театр. Чуть позже открылись театры в Москве, Петербурге, в других городах. И сегодня нет ни одной страны в мире, где бы не было своего детского театра. А началось все вот здесь, на нашей с вами земле. Совсем недалеко от Липок, в саду Почкина. 4 октября 1918 года был открыт первый в мире профессиональный театр. А в 43-м году, в самый разгар войны, наш театр возглавил выдающийся режиссер, педагог, художник, волшебник театра Юрий Петрович Киселев. Он руководил нашим театром более 50 лет. Сегодня наш театр носит его имя. Академический, Саратовский академический театр юного зрителя имени Юрия Петровича Киселева. За эти годы не одно поколение саратовцев выросло на спектаклях нашего театра. Вы только подумайте, в нашем репертуаре до сих пор существует спектакль, и мы не можем от него как освободиться. Так требует зритель «Аленький цветочек», который был выпущен в 1947 году. Ему исполняется 66 лет, и он по-прежнему жив, по-прежнему на сцене нашего театра. На этой сцене выросло огромное количество выдающихся актеров, художников, волшебников. Наш театр ныне известен не только в России. Мы были во многих городах России, но и за рубежом. Мы побывали с своими спектаклями в Америке, во Франции, в Германии, в Польше, в Италии, даже в Японии. С нами работают с удовольствием выдающиеся режиссеры и художники всего мира, из разных стран. В нашем репертуаре есть спектакли, поставленные американцами, итальянцами, немцами, французами. Так что мы живем очень бурной, интересной жизнью. Но самое главное, что все эти годы нас не покидали вы, наши дорогие зрители, юные, чуть постарше и совсем взрослые. Мы низко кланяемся вам за вашу любовь, за вашу верность нашему театру. Любите театр. Приходите к нам. Мы всегда ждем вас с открытыми объятиями, сердцами и душами. Спасибо. Юрий Петрович, мы просим вас наградить первую группу победителей нашей
нашего конкурса. Я прошу включить свет в зрительном зале на церемонию награждения. Итак, мы переходим к награждению первой возрастной группы участников нашего конкурса до 6 лет включительно. Итак, специальный приз жюри вручается Жарову Владу, 5 лет, за рисунок к спектаклю «Золотой ключик». Специальный приз театра вручается Дружкиной Алисе, 5 лет, за рисунок «В гостях у сказки». Приз за третье место в младшей группе вручается Протасовой Софье, 6 лет, за рисунок спектаклю «Велосипед с красными колесами». Приз за второе место в младшей группе вручается Мартиросян Венере, 6 лет, за рисунок спектаклю «Как найти дорогу к солнцу». Приз за первое место в младшей группе вручается Весниковой Еле, 4 года, за рисунок к спектаклю «Золотой ключик». Спасибо, Викторович. Слово для награждения. Поздравляю вас, дорогие победители. Рисуйте, как можно больше рисуйте и ходите в театр. Слово для награждения предоставляется председателю жюри конкурса, народному художнику РСФСР, лауреату государственной премии РСФСР имени Репина, действительному члену Российской академии художеств Анатолию Васильевичу Учаеву. С праздником! Награждается вторая группа участников в возрасте от 7 до 10 лет включительно. Специальный приз жюри вручается Табакротской Милане, 9 лет, за рисунок к спектаклю «Как найти дорогу к солнцу». Специальный приз театра вручается Горностаевой Софье, 9 лет, за рисунок «Чувств». Пильной Полине, 7 лет, за рисунок спектаклю «Дюймовочка». Приз за второе место в средней возрастной группе вручается Чунаевой Вике, 9 лет, за рисунок спектаклю «Золотой ключик». Приз за первое место в средней возрастной группе вручается Арине Васильевой, 8 лет, за рисунок спектаклю «Дюймовочка». Театра юного зрителя имени Киселева Анатолию Юрьевичу Барсукову. В добром и радостном общении с вами наши юные и повзрослевшие зрители саратовский ТЮЗ видит свое главное назначение. Такие слова Юрий Петрович Киселев адресовал много лет назад. Я думаю, они на сегодняшний день звучат и в наших сердцах. И очень знаково, что сегодня, в этот день, еще и отмечается такой еще не совсем известный праздник, как день, Международный день улыбки. Я думаю, что наши улыбки будут передаваться и возвращаться к нам вашими улыбками. Я думаю, что не раз еще к нам они вернутся. Спасибо вам. Спасибо.
Специальный приз жюри вручается Царенко Анастасии, 11 лет, за рисунок спектаклю «Как найти дорогу к солнцу». Специальный приз театра вручается Геллер Анастасии, 12 лет, за рисунок спектаклю «Маленький принц». Приз за третье место в старшей возрастной категории вручается Еленой Полине, 12 лет, за рисунок спектаклю «Камел-горбунок». Приз за второе место в старшей возрастной категории вручается Мироновой Александре, 11 лет, за рисунок спектаклю «Дюймовочка». Приз за первое место в старшей возрастной категории вручается Ремезову Ярославу, 14 лет, за рисунок к спектаклю «Очень простая история». Для вручения специального приза от Поволжского отделения Российской академии художеств на сцену приглашается народный художник РСФСР, действительный член Российской академии художеств Анатолий Васильевич Учаев, заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Александрович Щербаков и директор детской художественной школы номер 1 «Колорит» Юзбашев Александр Захарович. Специальный приз Поволжского отделения Российской академии художеств вручается Сусловой Татьяне, 3 года, за рисунок «Встреча с свастиком», вручает Анатолий Васильевич Учаев. Это самый младший участник нашего конкурса. Поволжского отделения Российской академии художеств вручается Чуриной Александре, 10 лет, за рисунок спектаклю «Как найти дорогу к солнцу», вручает Андрей Александрович Щербаков. Специальный приз Поволжского отделения Российской академии художеств вручается Мартьяновой Анастасии, 12 лет, за рисунок спектаклю «Любимый старый тюз», вручает Юзбашев Александр Захарович. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие артисты, дорогие наши коллеги, мы просим вас спуститься в зрительный зал, потому что через несколько минут начнется спектакль, который называется «Мы кто-то, мы тут».